Всем наидобрейшего денечка. Всем-всем привет. Еще один денечек. 16 число на дворе. Новый год все ближе и ближе. На простуда, правда, так и не проходит. А тебе нельзя в баню, ты знаешь? А знаете, что у меня выпало? Натопить баню. Мы как раз, у меня выпало натопить баню, но тут я заболела, и чувствую, мы, когда я выздоровлю, мы натопим эту баню вдвоем. А у нас столько масочек, столько всего. Да, накочегарим. То есть, ух! В общем, скоро мы натопим баню, обязательно покажем. Но не в ближайшие 2-3 дня, к сожалению. Да, у нас что-то... Все, выбор подарка, как обычно. Подарки, еще раз подарки. Нам блестящее выбирать, красненькое ей, видимо, не нравится. Не по душе ей на этой неделе этот цвет. Ну, красненьких мешочков. Они большие просто. Они маленькие, вон плоских два лежат. Тут еще. Вот тут вот еще все тоже. И зачем-то она мне гирлянды мешочки натыкала туда, чтобы я некрасиво смотрелась. У нее, главное, полочка аккуратная, да, а у меня вон свинская. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, буду избавлять, а то мне некуда подарки впихать. Это ж... Сейчас пошарит по космосу рукой. Да-да-да, вот такую возьму я. Да. Ай, чё ж это? Ой, такого ни у кого нет. А я жадина. Печенье детям коробочки любят. Да, они такие вот красивые, такие прикольные. Новогодние. Печеньки новогодние, но самое главное в этих печеньках. О, кто-то это... куда-то звонит. Да, у меня сварилось, у меня тайник. У нее готово все. Но мы всех поздравляем с наступающим Новым годом, желаем счастья, добра и очень клевые коробочки от этих печеньей. Я тебе не дам. Хорошо, это ж твои печеньки, твой подарок. Всех целуем, обнимаем, с Новым годом!